Одна из обсуждаемых тем во время визита главы Приангария и сенаторов Совета Федерации в Братск были золошлаковые отвалы. Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что эти отходы мешают гармоничному развитию города. В регионе активно работают в этом направлении. Так, в начале 2024 года приняли программу повышения объемов утилизации золошлаковых материалов 5 класса опасности. А на выездном совещании в северной столице подписали меморандум о сотрудничестве с Национальной ассоциацией развития вторичного использования сырья. Арвиз будет помогать реализовывать программу по снижению уровня золоотходов. Одно из принятых решений – использовать золошлаки в хозяйственном обороте. Это позволит уменьшить количество золошлаков и снизит потребность в добыче новых природных ресурсов, а также предоставит новые возможности для инноваций, улучшит состояние окружающей среды. Стать экспериментальной площадкой, было бы очень здорово. Да, где мы можем использовать, ну, по крайней мере, нормативно или... Эта тема прорастет только из региона. Да. Вот с федерального центра сложно. Надо из региона сказать, что запрос у регионов на использование этих новых материалов.